بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья да примет Аллах سبحانه وتعالى наши благие дела благодеяния джума и посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллама в достоверном хадисе сказал что человек который приходит рано утром в день джума в мечеть тот получает награду, как заколотый верблюд на пути Аллаха Субхану Тааля, дай Аллах, чтобы мы его получили тоже. Мои братья, у нас была определенная тема, которую мы хотели рассказать, однако мы знаем, что несколько дней назад случилась, скажем так, трагедия, ну, по воле Аллаха Субхану Тааля, мы знаем, что в Махачкале случилось, был взрыв, в котором много людей умерли. На самом деле, в первую очередь, официально здесь, на мимбаре, мы соболезнуем родственникам погибших, потому что мы разделяем их горе. Мы делаем таазият. Таазият – это соболезнование. Некоторые могут сказать, в чем смысл. Мы просто скажем, и все, что дальше. На самом деле, по сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нам желательно соболезновать нашим братьям и сестрам. Таазият – это сочувствие, соболезнование. Когда человеку тяжело, вот каждый из нас был в тяжелой ситуации, что-то сложное в жизни, когда случается, если он просто поделится с другим человеком, и он войдет в положение твое, тебе легче бывает. Потому что ты понимаешь, что ты не один с этим горем остался. И суть таазията – это вот дать понять человеку, что он не остался один на один с проблемой, с горем. Но те, которых постигло это испытание, они тоже как должны себя проявить? Некоторые могут выкрикивать слова, не подобающие мусульманину. Аллах в Коране говорит, «Валянаблюаннакум», что Аллах непременно испытает. Аллах испытает мусульман, верующих. Чем испытает он? Горем, лишением из имущества, родных, близких. От того, что мы являемся мусульманами, мои братья, не стоит думать, что мы застрахованы от испытаний. Нет, мы не застрахованы от этого. Но Аллах говорит, «Бисмиллахи рахмани рахим». «Иннама юваффа сабируна бигайри хисаб». Смысл. Воистину, Аллах, субханаху ва тааля, полноценно воздаст терпеливым. «Бигайри хисаб». Без отчета, без учета. Что такое хисаб? Это спрос день великого суда. Они не будут спрошены. И Аллах полноценно даст им воздаяние. Проявит крепкое терпение. Итак, уважаемые братья, кто же это люди, которые получат полноценную награду? Кто же эти асабирун, проявляющие терпение? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Ас-сабр инда садаматиль уля», что истинное терпение, когда настигает человека горе, и он проявляет его в самом начале. Не тогда, когда человек постигло его горе, кто-то умер или попал в долги, что делает в наше время человек? Обращается ко всем за помощью, родственникам, звонит везде, и потом, когда уже никто ему не помог, и он говорит, ну, оставлю тогда на Аллаха, ну, сделаю сабру, говорит он. Когда уже выхода другого и так нет. А Аллах в Коране говорит, кому он полноценно воздаст, это истинные сабируны, которые изначально уповают на Аллаха, субхану ва тааля. Как только постигло их горе, они говорят, «Инна лиллахи, ва инна илайхи раджиун». Как Аллах в Коране об этом также сказал. Это мусульмане верующие, когда постигает их горе, печаль, испытания, они скажут «Инна лиллахи, ва инна илайхи раджиун». Воистину, воистину мы принадлежим Аллаху Субханаху ва Тааля. Разве Аллах не знал нас, когда нас постигло горе?
Разве не Аллах нас испытывает? Разве не Аллах не посылает терпение и испытания? «Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун». И воистину к Нему наш возврат. Мы вернемся к Нему, к Аллаху Субханаху ва Та'аля, и будем спрошены за все. Уважаемые мои братья, то, что случилось с нашими братьями, с сестрами, это случилось неожиданно. Кто-то ехал мимо, кто-то вышел в магазин, кто-то зашел там. Никто не ожидал, что он не вернется. Мать не ожидала, что сын не вернется. Он просто вышел куда-то. Супруга не ожидала, что ее дети останутся сиротами. Они не знали, они не ожидали этого. Однако это случилось, это постигло. Но это и для нас пример, мои братья. Ведь мы не знаем, где нас ожидает наше испытание. И проявим ли мы там терпение, мы тоже не знаем. Для чего Аллах создал смерть? Аллах сам на это отвечает. Братья, если мы вернемся к Корану, вернемся к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы там найдем ответ на все наши вопросы, связанные с любой ситуацией. Аллах в Коране говорит, бисмиллахи ррахману ррахим, «Алладзи халакал маута валь хаята лиаблювакум айюкум ахсану амала». Воистину Аллах тот, который сотворил смерть и жизнь. Для чего? Проверить, кто лучше из вас по деяниям. Кто лучше из вас по деяниям. Эта жизнь сотворена не для того, чтобы мы здесь просто отдыхали, расслаблялись, считали, что мы, принявшие ислам, или что мы мусульмане, нас не постигнет беда, горе, разочарование. Нет. Калля, валлахи, калля. Валлахи, это не так. Мои братья, когда Аллаху Та'ала сотворил Адама Мириму, нашего праотца, Он сотворил ее в лучшем месте, алейхиссалям. Это Аль-Джанна. Но когда Аллаху Та'ала его не спасал в этот дунья, в качестве чего это было сделано? Разве это было поощрение? Разве это было милосердие и милость к нему? Нет. Это было испытание. Это была проверка. Это было из лучшего к худшему. Потому что здесь будут испытания. Даруль Баля. Это есть дом испытаний, мои братья. Это дом испытаний. И каждый из нас уйдет из этой жизни. Это всего лишь гостиница. Когда мы приезжаем в гостиницу, мы знаем, что мы уйдем. И мы всегда бываем на чемодане, скажем так. Здесь то же самое. Поэтому люди, которые выкрикивают слова «Джахилия», «О, за что мне это? О, горе мне! О, Всевышний, если бы ты был бы, этого с нами не случилось бы!» Ияду билля, эти слова, слова куфра. И ни мусульмане не имеют права в такую крайность ходить. Мы имеем право сказать «Все от Аллаха! Все от Всевышнего! Лилляхи мафи самавати ва мафи л-арз!» Аллаху принадлежит все, мои братья. Когда мы знаем, что одному человеку хорошо, это от Аллаха, а если нам плохо, это от Аллаха. Если нам хорошо, другому плохо, тоже от Аллаха, Субхана ва Та'аля. Не мы это распределяем. Если бы мы имели бы возможность, зависело бы это от нас, валлахи ва билляхи, самое ненавистное для нас, это смерть, мы бы отсрочили бы ее. Но мы это не можем. Даже это сделать мы не можем. Нет у нас мощи и силы. И только у Аллаха есть сила и мощь на все. К сожалению, мы думаем сегодня, большая часть из наших ошибок в том, что мы думаем, что мы это что-то можем делать. Когда мы выходим из мечети, мы планируем, я это сделаю, а я вот это то сделаю, я пойду туда, я пойду сюда. Аллах в Коране говорит, говорите би маши атиллах, если Аллах захочет. Если нет, мы же ничего не сможем сделать. Братья мои, у многих из нас у кого-то очень близкие люди, у кого-то дальние, друзья, знакомые, мы теряем людей. Они уходят к милости Аллаха Субханаху ва Та'аля. Смерть это является истиной. Поэтому, мои братья, когда нас
настигает такое горе, мы должны проявить максимальное терпение. И от смерти никто не убежит. Никто не убежит. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в достовернейшем хадисе говорит, когда он завещает Ибн Аббасу, он говорит следующее: «Ва'алам анна фи сабри аля ма такраху хайран кафира», говорит посланник Аллаха. «Воистину знай ты, в терпении, в котором ты проявляешь, от того, что ненавистно тебе, в этом из хайран кафира». Когда нам начальник что-то говорит, мы же его не расспрашиваем, почему, для чего, зачем, мы просто выполняем. И посланник Аллаха говорит: проявление твоего, проявление терпения, в этом есть огромное благо. وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَإِنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ عُسْرِ يُسْرَ, говорит посланник Аллаха. Воистину, помощь от Аллаха, победа с терпением, облегчение с тягостью, и также сложности, сложности, вместе с сложностями идет легкость, говорит посланник Аллаха. Непременно, мои братья, если мы проявим терпение, Аллаху Тааля нам даст легкость. И некоторые спрашивают, а как понять это, как понять, когда будет легкость? Ведь Аллах в Коране говорит, когда будет сложно, будет легко. И мы задаемся вопросом, а как это мы поймем? Знаете, мои братья, когда мы не найдем помощи ни у кого, когда мы останемся один в один нашей душой, и когда мы поймем, что нету больше выхода, и это мы говорим, дно у нас называется, когда ты ничего уже не можешь, все, ты бессилен, тогда ты сядешь, брат, и ты поймешь, я Рабби, я больше ничего не могу, все, нет у меня сил, нет у меня помощи. И дальше некуда, о Всевышний. И в этот момент, если ты являешься мина сабирин, Аллах даст тебе облегчение. Но как же это сабру проявить? Ученые дали разные определения. Некоторые ученые сказали, терпение — это когда ты сдерживаешь свои органы и язык. Кафуль джаварих валь лисан амма ла ямбаги. От того, что не следует тебе говорить и делать во время бедствия. Как мы ранее говорили, некоторые ученые сказали, не жаловаться никому, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Вот истинное терпение. Проявив терпение, и люди будут тебя любить, потому что многие не любят, когда жалуются. Это мы думаем так. К сожалению, мои братья, открою такой маленький, может, для кого-то секрет, для кого-то кто-то сталкивался в жизни. Валлахи, братья, даже ваши лучшие друзья, когда вы им жалуетесь, на самом деле они вам ничего не скажут. Но в глазах этих людей вы уже на минусе. Все равно они про вас думают, а он такой был, что ли? Ну, он перед тобой не покажет, он тебя поддержит. Но в душе он будет думать, слабый человек. И будет некое такое низкое отношение к тебе. И поэтому люди любят людей, которые не жалуются. Одна из причин, чтобы люди тянулись к человеку, это не жаловаться им. Оставить свое, проявить терпение, свою жалобу направить к Аллаху Субханаху ва Тааля. Уважаемые братья, и под конец скажу, конец для каждого, мы говорили, наступит. И в Коране Аллах говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Вайда джа аджалюхум ля ястахируна саатан, ва ля ястахтимун». Когда ихний час придет, ни один его не отсрочит и не ускорит. Человек, который бежит от смерти, он бежит навстречу к ней. Знаменитая история при Сулеймане, алейхиссалям. Во время Сулеймана они видели ангелов. Они видели ангела смерти, который забирал душу. И когда он приходил в какие-то дома, люди знали, что в этом доме умер человек. И в одном из проповедей Сулеймана, алейхиссалям, в этом обществе находился молодой крепкий парень, который имел свой бизнес, нашим словом говоря, имел много благ, жил в роскоши, богатый человек он был. И когда ангел смерти пришел к зияратам, как бы посетить Сулеймана, тогда он увидел этого парня и посмотрел прям в глаза ему. И тот парень понял, что ангел смерти смотрит прямо на него, взглянул в его буквально в душу. Тогда этот молодой человек испугался. Он был в страхе, он задрожал. Когда ангел смерти отошел, он прибежал к Сулейману и сказал: «О пророк Аллаха! О пророк Аллаха!
Я взмаливаю к тебе, я прошу тебя. Я вижу, ангел смерти на меня посмотрел, и скорее всего, он заберет мою душу. О, пророк Аллаха, проси же Всевышнего, пусть меня отсюда унесут в другие края, чтобы ангел смерти меня не настиг. Тогда Сулейман сделал дуа, поднялся сильный вихрь, ветер, и этого молодого человека унесли в сторону запада. Через пару дней ангел смерти опять приходит к Сулейману, и Сулейман спрашивает у него: помнишь, несколько дней назад ты посмотрел на юношу? Что с ним случилось? Почему ты на него посмотрел? Ангел смерти сказал: о, Сулейман, это был, говорит, удивительный для меня случай, говорит он. Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, мне сказал, то есть откровение, на западе будет юноша, которого через несколько дней ты душу должен забрать. Но когда я здесь, на востоке, возле тебя его увидел, я удивился, говорит. Как это? Даже самолетов тоже не было же. Я удивился, он здесь, на востоке, пред тобой, а Аллах говорит, там, на западе, душу забери его, говорит. Но я, говорит, веление Аллаха я не ослушался. Я пошел в намеченное место, я направился на запад, там я его и нашел. Там я его душу тоже забрал, говорит. Как раз туда, куда и в час он туда и пришел. Поэтому, мои братья, нет такого понятия, у нас говорят, если бы не пошел, если бы не поехал, если бы не сделал. Хада кадаруллах. Это предписание, мы не имеем права так говорить. Куда бы человек ни пошел, что бы он ни сделал, то, что есть предначертано, она случится. Мы просто к ней идем навстречу. Пусть Аллах нам поможет, мои братья, чтобы мы были из числа сабирунов, которые в день Великого Суда получат воздаяние высшей ее степени и без учета. И дай Аллах, чтобы в день Великого Суда мы были из числа приближенных пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Даже, честно говоря, скажу честно, даже ухаид не ходится, машаллах, приятный джамаат, пусть Аллах примет наши мамы и братья, дай Аллах, что мы еще ни разу так виделись, имаму тоже вашему, иншаллах, баракаллах, Мухаммада тоже пригласили, мы не задумываясь пришли, и джамаату, баракаллах, что вот так вот послушали и приняли участие в этом маджлисе. Пусть Аллах примет, аминь.